Генеральный спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». Во вторник в Самарской области ясно, местами пройдет небольшой дождь, сохранится жаркая погода, плюс 29, плюс 33 днем, ночью 21-23 градуса выше нуля. Ветер восточный, южный, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани солнечный день, плюс 32 градуса в дневное время, ночью плюс 24, южный ветер, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти безоблачно, утром возможен небольшой дождь, днем плюс 31, ночью плюс 23 градуса, юго-западный ветер 2 метра в секунду. В Самаре ясное небо без осадков, плюс 30 градусов днем, ночью плюс 21, ветер восточный 2 метра в секунду, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 32%, температура воды в реке Волга 25 градусов, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.